Смотрите, какое солнышко нас с утра радует. Прям весна-весна, красотища. Васёк ещё спит мой. Чё, дальше спать? Дальше спать будешь? Не хочешь, чтобы мама тебя снимала? Тягушечки. Хочу играть. Да? Ух ты, что это у тебя за синяк? В слизь? Может, в букашек против слизняков? Слизь. Игра за игру называет слизь. Зачем? Да, правда? Весна, пора любви и новой косметики. Сегодня я покажу вам новинки органической косметики, а именно моя милая весна. Меня часто спрашивают, как я сделала свою кожу такой чистой, а волосы такими блестящими. А я всем отвечаю, что во всем виновата именно органика, на которую я в свое время перешла. Поэтому и вам тоже настоятельно рекомендую, советую попробовать органическую косметику. Буквально недавно в Инстаграме я выкладывала свою фотографию 5-летней давности. И да, там очень сильно видно все мои проблемы с кожей. И с волосами в том числе. Поэтому послушайте тетю Аню и попробуйте новый органический уход. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize, but I don't think we should. A spooky, scary skeleton shouts startling, shrilly screams. They'll sneak under sarcophagus and just won't leave you be.
что говорила? Вдвойне. Мед. Поставил, наверное, самовар. Да? Самовар. Угу. И стали они пить чай. А еще к чаю что он там поставил? Ну, мед ты сказал. А еще, ну, еще что? Сахар. Сахар. Так, еще что он поставил? Пирожки, наверное, пирожки. Да? Конфеты, да? Конфеты. Ты не упади только тихонечко. Булочки. Ну вот, хватит, а то они чересчур толстые будут со всего. Что, все или еще будешь что рассказывать? Mm-hmm. Ну, ну давай. Давай. Папе потом видео отправим. ВКонтакте, в сообщениях. Mm-hmm. Что, папе не будем? Это секрет, конечно. Мы же по секрету рассказываем. А то ты сама туда и папа побежит. Я знаю. Ну, что ты знаешь? Про куклу. Ну, давай. Кукла потерялась. Пошли гулять, а на другую. Наш дворецкий Константин. Очень приятно. А это тот самый Константин. Ого, мне Жанна про вас очень много рассказывала. Правда, я вас представляла несколько иначе. Огромный кровожадный монстр из фильмов ужасов. Что у меня такая богатая фантазия. После ее слов, там еще будет дворецкий, так мелкая прислуга, не обращай внимания. 1-0 проигрывается на собственном поле. Ничего, отыграюсь. Благодарю. Мы с Евгением на днях улетаем в Сочи. На двенадцать, двенадцать. Все собрала. Мам, даме краёк гладить. Ёлочка, ёлочка. Сейчас я одеялко застелю. Потом буду здесь. Молодец. Мадам, не трогай ничего, мадам Брошкина. Дочь, подожди. Да? Чего ты вот сюда ляж? На твое вот меня. Ну ляж пока на мое. Потом будешь мыться. Да, я его сейчас вылезу, я пойду мыться. За пап приедет. И меня забьет Садька. Короче, мне и папа. Масеньку мою. Масюша, скажи пока-пока. Скажи, дорогие подписчики, до новых встреч. Да?